Всем привет, и вы на канале Парфолочка. Ну что, у меня две коробочки. С какой бы начать? Одна от рандевушки, другая с арома, из аромабутика. Да, аромабутик. Аромабутик, рандеву. Ну что, давайте вот с аромабутика и начнем. Она внизу лежит. Открываем, открываем, открываем. Уже не терпится вообще открыть. Уже просто вообще такая красотища. Я даже... Покупка слепая, предупреждаю. Первые эмоции, которые вы увидите, самые честные, искренние. Ничего не могу сказать. Пакетик. Так, коробочку. Распечатываем. У-ху-ху-ху-ху. Вау! Вау-вау-вау! Это чек. Это Corner Flower от Доминика Рапиона. Боже мой, как долго я тебя ждала. Да. Это цветок туберозы, который я хотела в свою коллекцию. Я люблю туберозы, вы знаете об этом. В моей коллекции есть туберозы, я их ношу. И вот такая тубероза, нишевая ниша, появилась в моей коллекции. Что я здесь слышу? Пробуем? Мамочки мои. Ну, она тропическая, тубероза-то прям оказалась. Это не только ночной цветок здесь. Такое ощущение, что мой любимый ланг присутствует. Кокос. Почему? Я уже везде слышу кокос. Я не знаю, насколько... Я не смотрела пирамиду. Но я слушала его в Сочи. И хотела наряду с другими ароматами от Фредерика Маля. Слушайте, он красив. Он красивый, красивейший просто. Так, это раз. Это раз. Здесь есть Hugo Boss Baldassarini, уже вторая. Так, что еще у нас тут? Lalique Encre Noir. Ну, это уже интересно. Я, кстати, уже не помню, как он пахнет. Ага. А здесь я даже не знаю. Жак Багард. Тоже не знакома с этим ароматом. Вот, откладываем. Убираем. Итак, Corner Flower от Доминика Рапиона. Маэстро Доминик Рапион. Величайший, на мой взгляд. Один из величайших носов Маэстро Доминик Рапион. И в моей коллекции появился Corner Flower, и я несказанно этому рада. Ну, вы сами знаете, что я всегда рада всем новиночкам, я всегда их хочу. Но здесь прям сложная композиция, красивая, ее можно миксовать. Я прям уже представляю, с чем, но это, наверное, уже в других видео. Он классный, он такой классный, он сахарный такой... Он не свежий аромат, а аромат на подумать, аромат... Здесь что-то тропическое присутствует, здесь присутствует белоцветочность, она глубокая. Хорошая, хорошая прям композиция. Произведение искусства – это как картина. Что у меня представляется? У меня представляется сад, столик, лавочка, скамейка. Сидишь в окружении белых цветов, где-то доносится легкий ветерок, очень красивый, это же ночной цветок, это уже закат солнца, здесь что-то такое вот красивое и тропическое всплывает, но ты где-то не в нашей атмосфере, где-то находишься очень далеко. Но это так, на фантазии моей. Очень красиво. Я рада. Теперь он у меня есть. К моим маликам пойдет. Спасибо.